поздравляли и награждали учителей на торжественном мероприятии в Доме культуры поселка Кавказский. О людях важной и нужной профессии расскажет Дарья Тендит. В зрительном зале собрались ветераны педагогического труда, учителя, воспитатели детских садов и школьники. С профессиональным праздником присутствующих поздравил заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Джанибек Суюнов. Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и один из самых ответственных, ведь вам доверяет самое ценное, что есть родителей детей. И вы каждому уделяете внимание, прикладывая все старания и умения. Любое образовательное учреждение – это не столько источник знаний для ребят, сколько второй дом, где они призваны научиться распознавать добро и зло. Официальные поздравления сменялись душевными словами, подкрепляясь прекрасными музыкальными номерами артистов Прикубанского района. Даром ты подаватели, время со мною тратили, даром со мною мучился самый искусный маг. Со сцены звучали слова благодарности и признательности педагогам, которые всю свою жизнь отдали этому благородному делу – учить детей. С приветственным и поздравительным словом к присутствующим обратилась министр образования и науки Инна Кравченко. В этот день я хочу сказать вам особые слова благодарности за ту работу, которую вы делаете ежедневно, за любовь и внимание к детям, за то, что вы сегодня остаетесь в наших рядах. Низкий поклон еще раз с праздником! С днем учителя! Труд педагога требует не только больших знаний, но и душевных сил, выдержки. В честь Дня учителя лучших преподавателей наградили почетными грамотами и вручили нагрудные знаки. Учитель физической культуры и спорта 5-й гимназии Черкесска Венера Баташева на протяжении 30 лет работает в сфере образования. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги ей присвоили звание «Почетный работник в сфере образования Российской Федерации». Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые удостоили меня этому званию. Я очень люблю детей и думаю, что педагог не может не любить детей. Желаю всем огромного счастья, здоровья, чтобы все у нас в жизни было хорошо. Еще раз спасибо большое за такую огромную, хорошую награду. Благородство учителей непременно отзывается в сердцах школьников. Учитель – это поддержка и опора для подрастающего поколения. Я сегодня хочу поздравить наших любимых, замечательных учителей с этим прекрасным праздником. Мы желаем вам ярких и замечательных дней, чтобы у вас были самые любимые ученики, чтобы вы жили долго и счастливо. В этот день учителя идут домой с букетами ярких цветов. Торжественное мероприятие завершилось добрыми словами поздравления и благодарностью педагогам. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.